я училась на архитектора. Вот, но всю свою жизнь я танцевала, я танцую с 4 лет, и больше как-то решила уйти в сферу преподавательской деятельности. Я считаю, что в этом стиле нет ничего пошлого, как и в других стилях. Просто из-за того, что тело более оголенное, возможно, это выглядит как-то иначе, но это то же самое, что ходить на пляж в купальнике. Очень много не получалось, очень много плакала, думала вообще перестать этим заниматься, потому что это не мое. Вот, но после уже наработка, какой-то опыт и труд дают все-таки результат. У некоторых есть ограничения по здоровью, то есть если какие-то тяжелые грыжи в спине, то, естественно, это нет, всегда нет. Всегда, когда ученица записывается на занятия, я всегда спрашиваю про здоровье.